зашел в спальню родителей. Они клеили обои, и мне пришлось им помогать. Иногда по утрам из большого бадуна Винни-Пух менял обычно на двери табличку. Вместо Винни-Пух он ставил Винни-Опух. Кто звонил? Кто звонил? Алдовином. Алдовином. Кто звонил? Кто звонил? Алдовином. Алдовином. Расскажи ко мне, Петруха, как ребята приняли твои анекдоты. Неизвестно мне пока, было некого спросить. Там же все уснули. Не знаю, не знаю. Осторожно, там в лесу у костра они сидят, инопланетяне. Почему ты так решил? Неужели же они инопланетяне? Они водочку не пьют, но однако все равно кушают закуску. Расскажи ко мне, Петруха, а пошел бы ты куда, если был бы выбор? Может, в школу бы пошел, или в университет, или на работу? Ну, матрёна, ты даешь, мой ответ совсем простой, я пошел бы в садик. Подписываемся, кликаем на колокольчик.